Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Это видео больше будет интересно любителям, ну а профессионалов оно скорее позабавит. Сегодня мы с вами рассмотрим две комбинационные партии в русские шашки, которые связаны с двумя негласными правилами, которые действуют и в шахматах. То есть первое правило – взялся – ходи, второе правило – отпустился – сходил. Первая партия была сыграна в далеком 1958 году. Белыми играл мальчик Витя, черными играла девочка Юлия. Белые пошли cd4, черные тут же разменялись в центр. Возник дебют, так называемый игра Романычева или гибельное начало. Его очень любят играть начинающие шашисты. Но между тем здесь у белых очень большое преимущество. Поэтому так играть я не советую. Белые тут же связывают центр черных, и черные развивают свой сильный левый фланг. В этой позиции очень хорошо играть аб4, но мальчик Витя сыграл bc3. Тоже, в принципе, неплохой ход. Черные ответили b5, и белые пошли d3. Черные ответили аб6, и здесь мальчик Витя надолго задумался. Затем он сыграл аб4, но, не отпуская шашку, все-таки пошел обратно. Как видите, Витя потрогал шашку А3, и Юля тут же сказала, что взялся ходи. Согласно правилам, видите, у шашки А3 единственный ход, А3, Б4, поэтому Вите пришлось сыграть именно так. Юля, недолго думая, тут же напала на шашку, и видите, друзья, получается, что следующим ходом черные заберут шашку, а вместе с ними и выиграют партию. Потому что, как вам известно, если позиция более или менее равная, а у одного из соперников лишняя шашка, то, как правило, он выигрывает такую партию. Витя тут покраснел и надолго задумался. То есть не хочется проигрывать девочке, тем более так глупо, но все-таки он нашел выход. Да еще какой. И, друзья, предлагаю вам тоже найти комбинацию в этой позиции за белых. Обратите внимание, что у черных ослаблено дамочное поле. Кроме того, они напали на шашку белых, b4. То есть возник так называемый роздых или свободный темп. И кроме того, видите, между шашками черных есть свободные поля. Благодаря этим обстоятельствам белые проводят комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти комбинацию за белых. Белые начинают и выигрывают с помощью хода ef4. То есть, видите, сюда бить уже нельзя, потому что белые побьют в дамке. Приходится бить две шашки. Затем белые играют gf4 и неминуемо попадают в дамки. То есть, без разницы, так или так бить, белые все равно бьют три шашки черных и попадают в дамки с легким выигрышем. Вторая партия была сыграна в еще более далеком 1931 году в городе Москва. Белыми играл юный шашист Семенов, ставший впоследствии опытнейшим мастером Семеновым, а черными играл питерский шашист Руссо. Возник следующий дебют ED4, DC5, FE3, CD6, CB4. Ну, здесь можно меняться назад, а можно сыграть и FG5. В этой позиции белые обычно играют GF2. Обратите внимание, что в этой позиции белые сыграли EF2. Ход кажется немыслимым, глупым. И шашист, игравший черными, мастер Руссо, отличавшийся исключительной корректностью, предложил юному Семенову взять ход обратно. То есть он не хотел, так скажем, выиграть после глупой ошибки соперника. Но мастер, шашист Семенов упорно настоял на своем и сказал, что ходите. Черные, недолго думая, провели удар. То есть отдали одну шашку и побили две. И оказались в дамках. Но белые здесь провели неожиданную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее. Белые отдали одну шашку, затем и вторую. И прорвались в дамки. Затем уже завершили удар как дамка.
То есть обратите внимание, черной дамке тут некуда ходить. Если она отойдет сюда, то можно поймать ее таким или таким образом. Если она уйдет сюда, тогда ловим таким образом. Если дамка уходит сюда, тогда белые отдают одну шашку, вторую, бьют две, бьют дамку. И затем еще максимально ограничивают шашки белых, зажав их своей дамкой. Именно так выиграл шашист Семенов. Эта партия получила неожиданное продолжение. В 1959 году уже мастер Семенов применил данное продолжение против однофамильца гроссмейстера Юрия Королева, шашиста Королева. Ну и черные, зная, что вперед бить нельзя, провели вот такой удар. То есть побили уже вперед. Видите, черные грозят пройти в дамке, поэтому у белых единственный ход dc3. Затем черные играют gh4 и, видите, зажали оба фланга белых. То есть, по сути, получается ходить некуда. Но здесь еще есть вот такой ход ef4. И белые грозят затем развязаться ходом fe5 и все-таки сделать ничью. Черные это увидели и решили пожертвовать шашку, а затем сыграть gf6 и выиграть партию. Но белые здесь предусмотрели очень симпатичную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за белых. Белые начинают комбинацию ходом hg7, то есть выбивают очень важную опорную шашку f8. Сейчас вы поймете, для чего это сделано. Затем они играют fe3, отдают две шашки и бьют две. И видите, друзья, получается, что в эту сторону бить нельзя, потому что белые попадут в дамки, поэтому черным приходится бить таким образом. Ну тогда белые играют gf2, делают тихий ход и оказываются недалеко от дамок. Черным приходится жертвовать шашку. И видите, у черных получается 5 шашек, у белых 6. И белые легко побеждают. Интересная ловушка, но все-таки, друзья, справедливости ради, отметим, что у черных есть опровержение этого варианта. И оно очень красивое. То есть не надо меняться, надо сделать тихий ход, gf6. Теперь уже черные грозят следующим ходом сыграть b5 и попасть в дамки. Поэтому белым надо закрывать вот эту дырку на поле c3, либо ходом dc3, либо ходом bc3. Если белые играют dc3, тогда черные играют gh4 и легко выигрывают. Здесь возможны два хода. Если белые играют b5, тогда черные размениваются вот таким образом. Ну и у белых остается единственный ход ed2. Затем играем hg7, и видите, белым некуда ходить. Им остается только сдаться. Если же в этой позиции белые играют gf4, тогда черные проводят размен вперед. И у белых есть два хода. После fe5 белые остаются без шашки. То есть черные бьют две шашки. Ну и белым для того, чтобы отыграть шашку, надо бить только назад. Тогда черные бьют, белые бьют, черные нападают, и эта шашка неминуемо гибнет. Черные остаются с лишней шашкой. Если же в этой позиции белые не играют fe5, а пытаются развязаться вот таким образом, тогда белые, черные точно бьют на поле d6. То есть они не боятся, что белые следующим ходом попадут на придамочные поля. То есть тут неизбежен удар со стороны черных. То есть белые, допустим, играют hg3, и видите, тут стоит подготовленный уже так называемый удар по затылку. И снова у белых, видите, на одну шашку меньше, чем у черных. Они проигрывают. Ну и, наконец, самый сильный вариант сопротивления за белых. Если белые не играют в этой позиции dc3, а играют bc3, тогда черные играют gh4. Ну, размениваться снова бессмысленно. После размена, видите, белым некуда ходить. Поэтому белые здесь выжидают ходом ab2. Тогда черные уже размениваются вперед и вынуждают белых сыграть
Е, Д4. Других ходов нет, иначе будет, допустим, на такой ход просто мертвая связка. Поэтому белым надо меняться. Таким образом. И черные играют Д5. То есть они грозят следующим ходом сыграть либо Е, Ф4, либо Hg5. Ну и легко выиграть. Поэтому белым приходится размениваться. Вот так. Выигрыши здесь есть у черных и после bc7, но мне нравится больше план, связанный с ходом dc7. У белых есть два хода, либо bc5, либо de3, но в обоих вариантах они проигрывают. Если белые играют de3, тогда черные играют ed6. Ну, видите, сюда играть бесполезно, черные просто играют fe5 и прорываются на придамочные поля. А, соответственно, дамку ставить за белых бесполезно, потому что черные ее тут же поймают, ну и легко выигрывают. Если же в этой позиции белые не нападают ходом dc5, а, допустим, выжидают ходом cd2, тогда черные проводят несложный удар. Отдаем одну шашку, затем вторую и беспрепятственно идем в дамки с легким выигрышем. Белые могут посчитать эти варианты, тут ничего сложного нет. И вместо de3 сыграть bc5. Ну тогда черные здесь проводят несложную комбинацию. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти ее за черных. Отдаем одну шашку, выбиваем важную шашку с поля c3 и проводим вот такой несложный удар. Загоняем шашку белых в дамки и бьем именно на поле Е1. Ну и видите, в чем суть этой позиции. Допустим, белые играют cb6, грозят поймать дамку черных. Тогда черные уводят дамку на верхний двойник и грозят следующим ходом сыграть ba7 и отрезать шашки белых от похода в дамки. Поэтому ход белых здесь вынужденный, ba7. Тогда черные нападают на висячую шашку b2. Белые жертвуют шашку и пытаются прорваться по правому флангу черных. Но здесь никогда нельзя поставить дамку, потому что она будет тут же поймана. Белые все-таки ставят дамку. То есть, видите, здесь нет темпа для поимки дамки. Но черные играют fe5 и грозят следующим ходом отдать две шашки и побить дамку. Белые еще сопротивляются, играют b7. Ну, тогда ловим дамку с этой стороны. Ну, и как бы белые не били, здесь их дамка ловится. Затем на любой ход обрезаем дамки, шашки белых от похода в дамки по двойнику. И черные легко выигрывают. Друзья, если вам понравилось данное видео, то ставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите комментарии, задавайте вопросы, если что-либо не ясно, отвечу на все вопросы. До свидания и увидимся на шашечных баталиях.